Разрезаем яйца пополам. Отделяем желтки от белков и перекладываем в чашу для блендера. К желткам добавляю филе селедки, вареную свеклу. Добавляю еще перышко зеленого лука. Немного черного перца и ложечку майонеза. И с помощью блендера взбиваем в однородную массу. Перекладываем массу в кондитерский мешок. И заполняем белки. А теперь украшаем зеленью. Первый вариант готов. Переходим ко второму. Разрезаем яйца пополам. Отделяем желтки от белков. У шпротов отрезаю хвостики и отправляю к желткам. Добавляю немного перца, майонеза и хорошо перемешиваю. Сушеной паприкой посыпаю белки. Наполняем белки начинкой из шпрот. Украшаем шпротами. И украшаем зеленью. Еще один вариант закуски готов. Переходим к третьему. Ребята, а теперь очень важный момент. Если вам понравилось видео, ставим лайки и буду рада вашим комментариям. Переходим к третьему рецепту. Разрезаем яйца и отделяем желтки от белков. Теперь довольно мелким кубиком нарезаю крабовые палочки. Добавляю пару ложек домашнего творога и буквально ложечку майонеза. Перемешиваю. Начинкой заполняем белки. И, конечно, украшаем зеленью. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Всего несколько минут, и шикарная закуска готова. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Давайте готовить вместе. Вкусно, просто и быстро. Прошу к столу, и приятного вам аппетита!